Всем привет, ребят! Сегодня хочу рассказать вам о странном смартфоне от компании Lenovo под названием Legend 2 Pro или Legion 2 Pro, извиняюсь за свой английский. Это уникальное устройство, как со стороны технических характеристик, так и внешне оно выделяется на фоне остальных смартфонов. Но перед этим попрошу немножко фидбэка. Подпишитесь на канал, кто до сих пор этого не сделал, поставьте лайк и не забудьте про колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео на моем канале. Спасибо, а теперь приступим. Пару дней назад Lenovo рассказала, что презентация нового геймерского смартфона Lenovo Legend 2 Pro пройдет 8 апреля. Это будет первый в мире смартфон с технологией жидкостного охлаждения с двумя вентиляторами и эффективной системой отвода тепла. Благодаря ей процессор будет работать на полную мощность длительное время, не сбрасывая при этом пиковые частоты. А охлаждать-то есть что. Флагманский процессор Snapdragon 888 со своей звериной мощностью будет раскрыть свой потенциал 100%. Устройство получит до 16 ГБ оперативной памяти и 500 ГБ физической памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мА должен сохранить до 85% своей первоначальной емкости даже после 1200 циклов разрядки. Legend 2 Pro получит 6,92-дюймовый AMOLED-дисплей от Samsung с частотой обновления 144 Гц и частотой сенсорного слоя аж до 720 Гц. За основной модуль камеры будет отвечать сенсор 64-мегапиксельной камеры на 1,32 дюйма с возможностью записи 4К видео при 120 кадрах в секунду и 8К видео при 30 кадрах в секунду. За селфи будет отвечать сенсор на 44 мегапикселя. Получится реализовать задуманное у компании Lenovo неизвестно, так как у них уже были провальные смартфоны с флагманским железом. Все мы прекрасно помним провал Lenovo Z5 Pro GT. Ну, будем, конечно, надеяться на хорошее. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за внимание. Напишите внизу в комментариях ваше предположение, сколько он будет стоить, если компании удастся реализовать все, что она задумала. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. Пока-пока.